Самара стала первым городом после Москвы, где открылось место подобного формата. Дом такси оборудован комфортными диванами, где водители могут не только отдохнуть, но и поиграть в Sony PlayStation. Также в их распоряжении настольный футбол. А на кухне таксисты могут воспользоваться холодильником и микроволновкой. Это то место, где водители могут прийти, отдохнуть, пообщаться между собой и, соответственно, решить все свои текущие вопросы. Не только отдохнуть, но и обучиться чему-то новому. В лекционном зале дома такси будут проходить курсы, к примеру, английского языка. Также водители смогут решить любые вопросы, связанные с сервисом City Mobile, и получить консультацию специалистов. Мы решили создать дом такси, чтобы любой водитель, кроме того, что он получал компетентную информацию, его выслушивали, получил еще обычный дом. Это площадка, где они могут просто приехать спокойно, выпить кофе, пообщаться. Опять-таки, обменяться мнениями. Дом такси открыт для всех, даже если водитель не работает в City Mobile. По будням с 10 утра до 7 вечера по адресу Тухачевского, 80. Никита Борисов, Константин Головин, События.